Короче говоря, это был обычный день, и я гулял от одного торгового центра к другому, пока не встретил ее. Любовь. Как будто ангелы пели в моей голове. Я набрался смелости и подошел познакомиться. Девушка ответила: а у тебя есть денежки, чтобы баловать меня такую красивую? Но, к сожалению, денежек в моих карманах не оказалось. Ну так иди и заработай. А как заработаешь, возвращайся, я тебя буду ждать. Я сказал хорошо и пошел искать работу в торговом центре. Проходя мимо Старбургера, я увидел объявление: вам требуется на работу. Ага. Я на все готов. Официантом будешь. Мне сразу выдали форму и назначили стажером к самому главному официанту. Мы сразу приступили к стажировке. Но так как я был парнишка способный, то очень быстро научился ремеслу официанта. Поначалу я просто выносил напитки за столы. Чуть позже мне доверили более важные блюда, такие как бургеры и картошку фри. Я всегда был вежливым и желал приятного аппетита гостям Старбургера. Поэтому, когда меня просили рассчитаться, гости оставляли мне большие чаевые. Совсем скоро я получил свою первую и очень внушительную зарплату, а также благодарность. Пойду с девчонками знакомиться. Подпишись, колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись.